Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это очередной ФФА-сериал Sid Meier's Civilization 6. Надо что-нибудь новенькое придумать, давно мы не играли на морских картах. В общем, выбрали архипелаги, забанили все морские цивилизации, остальные нам выпадут случайно, но я думаю, по превьюшке вы уже поняли, что мне выпали инки. А еще мы поставили ограничение в 170 ходов, поэтому в этой партии можно еще и по очкам победить. Какие цивилизации будут у моих соперников, узнаем по ходу партии. Традиционно напоминаю, что все серии сразу видят спонсоры канала во вкладке «Сообщество». Большое спасибо им за поддержку и за вдохновение. Для всех остальных серии будут раз в день появляться. Ну и прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров в комментариях и от оскорблений участников. Приятного вам просмотра. Блин, что-то у меня произошло с оверлеем. К сожалению, никак не могу передвинуть вот оттуда. Ну и старт, конечно, не очень, потому что мне куда-то надо двигаться отсюда. Вопрос только сюда на овец или сюда на кукурузу. Наверное, все-таки, блин. И тут хорошо. Но дело в том, что я могу здесь встать, а потом еще сюда у меня город влезет скорее. Наверное, все-таки давайте на кукурузу пойду. Так что я ход пропущу. К сожалению, ну или к счастью, не знаю. Но это точно лучшее место, чем здесь оставаться на морской карте. Ух ты, там пустыня сверху. Ну просто тут еще и эти бананчики, это очень неплохо. Так, начну, наверное... Я не думаю, что архипелаги должны быть большой картой. Поэтому я, пожалуй, с монумента начну. Чтобы быстрее цивики открывать. Ну и животноводство. Хорошо, что есть река, то есть сразу у нас будет жилье. И куска может неплохо расти. Так, вот здесь... Кстати, вот здесь у нас, возможно, Артемида, между прочим. И эта Артемида будет очень неплохой. Очень неплохой. Наверное, так пока пойду. Так вот, пройду. Вот это, конечно, пустыня мне не нравится. Потому что она может означать, что там кто-то... Какая-то цивилизация на пустыне может быть. Ага, тут нету прохода. Ну, предварительно пока точно вот сюда город будем ставить. Так, здесь сейчас вырастет до двух. Я, наверное, выкуплю клетку на бананы. Да, здесь, кстати, хотя всего пока три ресурса. Ух ты, тут у нас уже варвары есть. Ну, нам... Блин, возможно... А, слушайте, тут конец карты. Так, и тут, похоже, конец острова. Но мне сейчас придется, я заберу руинку, придется вернуться. Так, тут я выкуплю бананы и... Ну, можно не залочивать, кстати, он все равно будет эти клетки обрабатывать. Ну и... Не знаю, повторюсь, говорил ли я вначале или нет, у нас не разрешено брать пантеон на рыбацкие лодки, поэтому скорее я вот думаю о том, чтобы соседство тропических лесов взять. Хотя у меня тропические леса только вот эти три штуки. Ну, понятно, что вот здесь у нас будет кампус, точно. Не знаю еще какого города, столицы или второго. Кампус еще здесь выглядит неплохо. 20 монет. Ну, так себе. Очевидно, так себе. Рифов, по-моему, нету. Не вижу я на карте. А не, ой, рифы. О, слушайте, если тут у нас... Это ж риф? Да, риф. Тогда у нас вот здесь еще, смотрите, кампус. Тут вообще на плюс 4. Тут, правда, этот... как его? Вулканчик. Ну и как старт?
Меня норм. Ну, давайте гляну все-таки. Я думаю, конец. Что максимально плохо. У меня тоже вот такое себе. Ну, не пустыня со льдом уже хорошо, ладно. Так, есть. А, слушайте, а у нас лошади здесь. То есть я уже сани... Священное место уже не поставлю. Ну, не знаю тогда. Наверное, пока на тропические леса нету смысла. Слушай, а где мне тогда их ставить? Чтобы оно работало так. Ну, наверное... Наверное, пойдем в мореходство. Ну, сюда прыгну, посмотрим, что тут выглядит похуже. Тут, конечно, явно получше территория, но туда сложно пробиться, и там уже варвары у нас имеются. Не знаю, боязно. Так, уже три... Ну, наверное, лошадей стоит купить еще. Я не знаю, почему сам город выкупил крабов, а не лошадей. Да, тут просто лес, конечно. Ну, ладно, пока у нас даже вера не капает. Как бы у нас тут с пантеоном можно не спешить. Свод законов. Ну, я возьму на плюс 5 к варварам. И ну и бог-царь, конечно. Вообще странно, что вот это, у меня вот этот мод на карточке почему-то в играх против компьютера не работает. В сетевых работает, в играх против компьютера нет. Странно. Так. Ну, наверное... Блин, строителя нет. Давайте прачника сначала. Хотя бы одного. Ну, тут легко будет держать проход. Давайте, где у нас 100% к морским юнитам? Так, международная торговля. Ну, вряд ли мы сейчас откроем другой континент, потому что он маленький архипелаги вообще. Да ладно. Ну, давайте я в защиту встану. Хотя зачем я? Блин. У меня плюс 5 против варваров, смысл. Старт довольно быстрый у меня, то есть город быстро растет. Но территория... Ну, территория инковская, но так как архипелаги, то и гор мало. Но для кампусов место есть. Вот тут единственное, что, видите, жалко, что... О, уже снесло лес, уже снесло пшеницу. Тут была пшеница, тут был лес, я так понимаю. Правда, типа, улучшил территорию. Ладно, пока стоим. Там не должны убивать меня. Тут подходим сюда. Слушайте, а у нас стихийные бедствия на двойке? Да. По-моему, да. Или на тройке. На тройке точно. На тройку. Угу. Значит, по идее, почаще будет. Стоит ли мне а уже... А что, уже пару раз накрыло, что ли? Ну так, на будущее. А. Ну, наверное... Блин, брать строителя или все-таки начинать... Не, давайте строителя, ладно. Нам хотя бы... Крабиков. Потом, наверное, черепахи. Ну, надо судостроение увидеть, где. Да, блин, что, я даже не получил еще опыт? Надо отойти. Вот тут он подойдет, я буду тут стоять. Вот он через реку и в лесу меня убить не сможет. Так, тут пока будем прачником здесь стоять. Ну и после рабочего, наверное, поселенца. Раз, два, три. То есть тут еще место останется. И туда бы, конечно, пройти, посмотреть. Да, ну варвары тут как бы уже больно бьют. Надо подходить, атаковать.
Вот прачникам надо точно подходить атаковать, потому что быстрее убьем его. Вот, теперь он вряд ли. Он имеет против меня плюс 5. Ага, я буду плюс 5 от него, против него иметь. Не должен меня убивать. Ну, еще и в обороне я стою. Так, я бы вообще выкупил уже черепах, потому что там наука идет. То есть плюс одна наука, когда у тебя 4 науки, а тут черепаха плюс одну дает. О, тут янтарь будет. Кстати, хорошо. Ну да, я после рабочего буду поселенца делать. Если тут где-нибудь появится варвар, будет хреново. Потому что я не могу отступить. Меня прачник в любом случае убьет. Хорошо получилось. Так, тут мы улучшаемся. И он, наверное, от меня убьется, скорее всего. Так, как у нас тут куска? Куска хорош. Мне нравится сразу. Ну, второй город надо точно быстрее ставить. А еще по поводу третьего подумаю скорее. Может, Артемиду зарашу. Кстати, что у нас с Артемидой? А, вот она, после мореходства. Зашибись, прям туда и пойдем. Как мне этот лагерь надо убить? Ну, Артемида ставится. Так, стоп. Капахньян. Не, ну надо международную торговлю открыть, ладно. И, наверное, сделать. Ой, блин, лучники уже. Жаль, кто-то. Ну, это скорее всего, потому что я ускорил лучников. Ускорена обработка бронзы. Ну, тоже неплохо. Все-таки мне до луков надо бы еще прачников поставить. Не, ну сначала надо посела, в любом случае, опять же. Ладно, давайте сначала крабов и черепах обработаем. Так, тут идем сюда. Тут где-то лагерь варваров. Так, что у нас тут за песчаный змей? Он, кстати, не может превратиться в город-государство, потому что слишком близко к столице. Но вообще очень неприятно. Я туда пока пройти не могу никак. А, так, давайте... Да, блин. Ладно, надо отступать, потому что я хочу сейчас поставить карточку на создание кораблей. И побыстрянее сделать этот галеру. Одну хотя бы. Так, стоим, пока тут лечимся. Давайте мастерство. Кстати, он, похоже, лагерь не на побережье. Но если на побережье, то, собственно, для этого я галеру и строю. Отходим, потому что у нас плюс 5 больше нету. О, куска. Ну, сейчас у нас счастье появится за счет черепахи. Ну, мастерство надо открывать, да. Стрельба из лука, 3 хода. Давайте, наверное, пока обработку бронзы все-таки. Блин, вот тут железо, кстати, может быть. И у нас... Ну, вообще, с другой стороны, тут еще кампус на плюс 3 имеется. И тут, если будет железо, то мы можем сюда поставить на плюс. Кстати, так у нас и тут нормально ставится. У нас, в общем-то, это 2 кампуса, может быть, если там железа не будет. То есть где-то ж мы тут еще город будем ставить.
Корабль я не первый построил, прикиньте. Кто-то уже раньше меня. Стоит ли мне под лук подлазить? Ну, ого, тут сколько крабов. Просто вот крабовый магнат. Блин, конечно, лошадей бы обработать. Но сейчас будут же приходить варвары постоянно это все грабить. Давайте, наверное, после посела еще одну галеру. Сейчас третью клетку. Ого, тут у нас варваров. И они почему-то решили не атаковать меня лучником, ладно. Так, ну тут есть выплыв для кораблей. Здорово. Здорово. Ну, кстати, очень хорошая цила. Там у него будут, конечно, офигенные клетки. А это у тебя граница столицы или... А? Что? Это, говорю, у тебя столица? А ты город на рифе хотел поставить? Ты меня спрашиваешь или Хейренмару? Не, это он я тебя спрашиваю. А я просто это... Уйди. Куткую. Так, ну мы, получается, на одном острове с американцем в итоге. Прикол. Привет. Так. Плохо. Ну, с другой стороны, как-то выглядим мы далековато, в принципе. О. А вот за этим мне надо сходить будет. Ой. Это ты зря туда, да, зашел. Ну, кстати, у него территория похуже. Но это прогрессивист, с другой стороны. У него тут от престижа клетки должны очень неплохо давать. Блин, или мне лучше купить крабов и их обработать? Давайте пока в трудовую повинность. Причем купить крабов, хотя тут 4 хода. Не, ладно, сюда. Потому что мне пока рано менять. Из-за того, что... я хочу еще одну... галеру построить. Так, давайте убьем. Или не убьем, давайте пока постою еще. 2 хода, видите? То есть у меня, собственно, пока дойдет мой рабочий, обработает лошадей и ускорит. Так, что с железом? Кайф, вообще нету железа, да? Ну что это мягко, как интересно. Такая верхняя или правая? А, вот железо. Да, блин, это... все-таки на месте кампуса. Ну. Моя метка. А, же рядом подумаем же. Еще. Вон там же. Не, железо, в общем-то, есть. Ладно. Это, кстати, рядом со столицей это считается. Потому что я же отсюда ушел. Че говоришь? Хорошо говорю. Нет, если это, ты. Ну, мне так сложно сдвинуть, но теоретически. Я просто не видел, что сейчас посмотрю. Что там есть? Вернее, на самом деле невозможно сдвинуть. Единственное, я могу, ну, как бы убрать этот город. Стрельбу из лука рано. Не забывайте, что по морю можно 2 клетки. Я сегодня у Алексея на видосике видал. Ну, через море, если вы на разных островах. Ну да.
Да-да-да, естественно. Так, мне тут надо отходить, иначе лучник меня будет обстреливать. Игра предлагает тут ставить. Но мне это меньше нравится, чем здесь. Я понимаю, что меньше наземной территории, но в принципе карта морская, будем исходить из этого. Блин, а куда он поплыл? Конченый рабочий, блин. Не рабочий, это из-за поселенца, нужный, кстати. Алексей, я предлагаю вот это место между нами. Я так понимаю, ты видишь, что у нас стоит по одному городу вот тут между Вашингтоном. Ну, блин. Ну, хорошо, между по одному городу поставим. Ну, ну, нет, получается то, что на это море можно поставить только один город. Я предлагаю вообще никому не ставиться, я поставлю на другое море ниже, и оно заблокирует места там. Ну просто вот это под горой, которая правее горы, где воин, тем ниже этого варварского лагеря, там они заблокируют место. Я не хочу там, чтобы ты город ставил, если ты понимаешь. Ну, я посмотрю там территорию, я еще не ходил. Я тебе не могу пока ничего обещать, не видя. Жалко, что не могу. Я просто могу сейчас уже поставить там город под горой, и как бы он тебе точно заблокирует там город. Ну, что я тебе могу сказать? Ставь, я тебе не могу ничего обещать сейчас. Я не вижу вообще там территорию вниз. Мне в любом случае ниже Куска какой-то город надо ставить. Поставь, пожалуйста, у тебя там будет место. Просто на другом море. Ну, я тоже на другом море ставлю. Ну, как на другом море? Ну, если у меня будет место на другом море, я поставлю на другом море. Так. Нет. Тропические леса. А уже кто-то взял на тропические леса. Так, бог моря мы не берем. А что, кстати, с престижем? Вот престиж, наверное, можно взять. Подождите. Да. Ни хрена не успел. Пойду лучше тогда сюда, обработаю янтарь. У нас тут варвары мешают. Так, давайте пращника. Две штучки. И в мистицизм пойдем. Южный океан. Какой-то он южный, на самом деле северный. Нормально. Так. Так, офигли. А я еще не открыл ничего, в общем-то. Блин, может мне за 25 минут поменять? Давайте поменяю. Потому что мне и против варваров надо, и тут надо поменять на производство. Но мне тут какой-то один город в любом случае надо ставить. А потом у меня здесь территория нормально. Ну что, в темный век пытаться сваливаться, я надеюсь, надо. Вряд ли я тут кого-то встречу сейчас. Я, наверное, дальше не поплыть. Или поплыть. Лериска, давай ты город в другое место поставишь. Окей. Да, я посмотрел, нормально, хватит места. И богу не Цива, а Анна какое-то.
Но город будет вот тут, смотри. Ну я пойду вот тут, это тяжелую коляску мне даст. Кстати, ни одной ГГшки нету. Ну, если они, конечно, есть, но я их не встретил. Там не могу не ставить, но то уже, сам понимаешь. Традиция. Тебе лошади, кстати, нужны? Такие, знаешь, с луками ходят. Кто нужен? Лошади. Так, астрологию пока отложим. Давайте колесо. Шо, Ифе. Можешь прийти. Блин, мне надо как-то сюда лезть и Артемиду реально строить. Что она тут тоже очень неплохо у меня будет работать. Против венгров. Не люблю против венгров играть. Давай дружить. Все, всех и вся спалил. Блин. То есть мне надо выйти, сейчас достроить третьего прачника, апнуться в луки. Кстати, можно уже, там два хода остается, я как раз дострою. Здесь после прачника, наверное, поселенца очередного, чтобы сюда привезти. А потом купим рабочего, который пойдет вырубить здесь все под Артемиду. Плюс у нас тут сейчас будет колясочка. Ну, тут, конечно, так себе территория. Ну, ее тоже придется заселять. Но я, наверное, только один город поставлю. Вот эта тундра для инка вообще никакая. О, кагуану, нифига себе, где встретил. Ну, плюс к культуре. Фига себе, Миссисипи залила Вашингтон. И там, судя по всему, американец еще кого-то встретил. А, или нет? Мне показалось. Так, а где у нас судостроение? Угу. Ну и навигацию. Блин, я, видите, ферму. У меня снесло вулканом пшеницу. Не смогу ускорить плантации никак. Отлично. Мастерство тоже ускорено. Ну, я бы на самом деле мистицизм открыл и что-нибудь по поводу заповедников подумал. Потому что здесь, возможно... Смотрю на свою реку и хочется петь, как ледники растают, восполнится. Заповедники будут в тему. Причем я думаю, что заповедник скорее вот тут надо ставить. И вот здесь, судя по всему. Кагуана Батей позволяет строить, поэтому так себе. Способность, конечно. Да, в темный век. Замечательно. Я в героический точно в следующей эпохе выйду. Я думаю, я американец, скорее всего, в темный. Давайте глянем. А, кстати, ему одно очко осталось до нормального. Если он за два хода кого-то встретит. Так, мне, по-моему, за это не дают очки эпохи. Да. Это надо следить. Дальше тут бы нам не выйти в следующую эпоху, но это вроде и не грозит. Давайте раннюю империю откроем. А, блин, через трудовую повинность. Ну, тогда военную академию пока. А, военную традицию. Так, апаем. Апаем. Двоих апну, этот хочу, чтобы вылечился побыстрее. Что-нибудь менять будем против варваров и производства? Нет, нет, нет. Ну. Ну, тут такой проливчик у нас получается, залив.
симпатичный. Так, эти вот интересно, что стоит лучник, даже не думает обстреливать город, в принципе. Блин, надо было, наверное, подойти, потому что я не могу коляской проехать из-за этого. Так, хочу туда еще сходить, посмотреть. Тут какая-то длинная кишка довольно. Американец уже раннюю империю открыл. Не знаю, куда он там спешит. Ну, это крутая цивилизация, мне нравится. То есть, если я получаю от престижа выгоды, когда я хоть что-то строю, принимаю эти, то он престижа просто по факту того, что у него престиж есть, получает. Подводим этого лучника. Так, тут стоим пока. Ну, то есть, сюда посело поведу, это понятно. Может, будет еще какой-нибудь. Еще какая-нибудь ГГшка там. Куска. О, уже вырос до максимума. Отлично. Можем на производство переключиться. Хотя тут его нету особо. Ну, я бы тогда сюда город ставил. Там на реке я точно не собираюсь. Смотрю, чудеса никто не строит, места мало. Да, вообще трындец. Я бы даже сказал не только место, но и производство. И американец в темный. Но... Ну да. Так, религии у меня не будет, вдохновение, озарение. Рыбацкие лодки бы выручили. За каждое построенное здание, продуктом которого... Нет, я все-таки монументально... Хотя... Наверное, все-таки вольнодумство. Что-то я районы в эту эпоху вряд ли сильно строить буду. Так, и апнем в лучника. Видите, бонус устремления сразу же. Куска нужна, пища? Нет, не нужна. Блин, тут, конечно, много... Может, все-таки тогда сюда подвинуть? Да, кстати, давайте, наверное, вот сюда скорее город. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!